Всем доброго времени суток. Я Александр Бардин, тот самый кучерявый, как видите, мордвин из группы Садко. И я рад приветствовать всех жителей и гостей красивого и гостеприимного города Козьмодемьянск, славного города на Волге. С красотой этого города я, честно, уже знаком не понаслышке, потому что там уже был в рамках концертов группы Садко. Я очень рад, что в этом 2023 году меня пригласили в качестве члена жюри на вот уже 23-й всероссийский конкурс детской песни «Камертоша». Я от всей души приглашаю принять участие наше молодое поколение в этом конкурсе, потому что, ребята, конкурс — это всегда интересно, с какого бы ракурса ты на него не смотрел. Конкурс — это всегда новые впечатления, свежие эмоции, новые знакомства, конечно, и вдохновение для новых подвигов. В этом году конкурс состоится 2 и 3 июня, и я от души приглашаю всех, и тех, кто хочет принять в этом конкурсе участие, и тех, кто хочет посмотреть и насладиться талантами нашего молодого поколения, нашей огромной, необъятной и сильной страны. Ну что, до встречи 2 и 3 июня на 23-м всероссийском конкурсе детской песни «Камертоша». Пока!